Сначала оперативники установили возможную причастность к сбыту фальшивок 20-летнего сочинца, который покупал в различных точках города за фальшивые деньги овощи, пиво, сигареты, после чего был задержан оперативниками отдела экономической безопасности. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что фальшивые деньги ему передал знакомый и попросил разменять. И сотрудниками полиции удалось выйти на след злоумышленников. Был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого задокументировано несколько фактов сбыта поддельных денежных знаков. В дальнейшем молодые люди были задержаны. Они являются жителями Сочи, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе проведенного обыска на квартире было обнаружено 150 тысяч рублей с признаками подделки. Предполагаемый организатор сбыта фальшивок – ранее неоднократно судимый 44-летний сочинец. Экспертиза установила, что все изъятые купюры – поддельные. Задержанные заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.